Меня вообще прикалывает, как на проекте «Холостяк» или на постшоу «Как выйти замуж» вычитывают девушек за то, что они пришли не за любовью, не за холостяком, а за славой. Пш, а зачем еще здесь можно прийти? Если реклама кастинга звучит так: «Приходите на «Холостяк», станете такой, как Яна Соломка известный, приходите на «Холостяк», станете как Розальна Мрит или ведущий». И, конечно же, они приходят за славой. Половина девушек – это или телеведущие, или блогерши. И ведь нет ничего плохого, что человек участвует в телепроекте для того, чтобы стать знаменитым. А для чего еще нужны эти проекты? Но я не отрицаю, что любовь можно встретить где угодно, в том числе и на проекте «Холостяк». Заметьте, всего лишь один холостяк остался со своей избранницей, и он уже даже сделал ей предложение. Все остальные пораставались. Но мы пожелаем холостяку с его невестой счастья, любви и чтобы у них все получилось. Ну какова вероятность встретить любовь на проекте «Холостяк», если холостяк один, а вас куча девушек? Кто-кто, а девушкам этот один холостяк всем не достанется. Он достанется только одной, в лучшем случае. Ну да, иногда девушки крутят любовь с операторами, выходят замуж благодаря тому, что становятся известными, и хорошие парни их замечают. Такое тоже возможно. Как вы считаете, можно ли на таком проекте встретить свою любовь? Напишите в комментариях.